Дания приступила к вывозу химического оружия из Ливии. Морская операция проводится при поддержке ООН и организации по запрещению химического оружия. Первый контейнеровоз уже взял на борт опасный груз в порту Мисурата. Арсенал химоружия из ливийской Мисураты доставляют в Германию для уничтожения. Главное, чтобы отравляющие вещества не попали в руки боевикам террористической группировки ИГИЛ. План по вывозу опасного арсенала из Ливии одобрен Советом Безопасности ООН. С просьбой провести эту операцию официально обратилось правительство национального единства Ливии. Речь идет о веществах так называемой второй категории – Конвенции о запрещении химического оружия. Ранее Ливия ликвидировала все наиболее опасные элементы химоружия первой категории. Процесс был прерван после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Вывозить химоружие из Ливии помогут также Германия и Финляндия.